Несмотря на солнце и плюсовую температуру, на главной площади Химок вовсю идет подготовка к зимнему сезону. Рабочие проводят черновую заливку будущего театрального катка. Воду из шлангов льют прямо на айсматы. Эта конструкция позволяет льду не таять даже при 10 градусах тепла. Она же подмораживает его снизу, создавая основу будущего катка. Слоев будет очень много, потому что заливки будут происходить круглосуточно, то есть днем и ночью. Примерно такое поле нужно залить примерно 5 дней, 5 суток. Вот. Это уже будет полностью готовый лед для того, чтобы люди могли кататься спокойно на коньках. А чтобы искусственно созданный каток был похож на естественную наледь, после черновой заливки рабочие начнут укладку геотекстиля – плотной ткани белого цвета. Дальше делом займется ледозаливочная машина. С помощью этой специальной техники удастся сделать идеально ровное глянцевое покрытие. В этом году площадь катка остается прежней – 2000 квадратных метров. Однако организаторы готовят для горожан немало приятных сюрпризов. В этом году с учетом опыта прошлых периодов и по просьбам наших горожан увеличится зона у нас ожидания раздевалки практически в два раза. Добавится напротив у нас зона издания кафе. Кафе будет работать на посетителя катка, который будет находиться непосредственно на территории катка, так и в вне, который находится в парке. Вот. Ну, конечно, будет ярмарочный городок, как традиционно у нас карусель, все будет украшено, и еще будут ряд таких приятных моментов, которые понравятся, надеюсь, горожанам. Пока вы о них не говорите нам. Да, это будет приятный сюрприз. В этом году каток заработает уже в третий раз. Прийти сюда сможет любой желающий, ведь городской лед – бесплатное удовольствие. Помимо этого, сохранятся льготы в платных зонах отдыха, кафе и сервисах по заточке коньков. Полностью завершить заливку и открыть каток в тестовом режиме планируют уже 13 ноября.